Всем привет! У нас сегодня выходной, мы долго сегодня спали, а потом делали уроки. Ну как выходной? Это Катечка погорячилась этим словом. Ну вообще у нас выходной, но мы сегодня целый день работаем. Мы сейчас едем к Камиле, это та девочка, которой мы вчера снимали видео. Они готовятся к конкурсу, и мы им помогаем. Вот, и мы сегодня будем работать вместе. Поэтому сейчас мы с Димой на пути к ним. В общем, у нас сегодня сложный день, потому что нам нужно сдать завтра наш проект. Вот, а он у нас еще не готов. Но мы не одни такие. Таких целая группа. Вот, и мы сегодня его заканчиваем. Я надеюсь, завтра сдадим без проблем, чтобы потом в январе не пересдавать. И не хочется оттягивать. Мы любим все сдать с первого раза. Мы на конфе у Грасия. Дим, ты выглядишь не очень свежим. Я не очень свежий. Это потому что сегодня, как сказала Катечка, выходной. О, какая красивая конфе у Грасия. Куда идти? Стройка. А еще мне нужен телефон, чтобы посмотреть, куда нам идти. Зачем? Я не знаю, куда идти. Угадывай. Вот что здесь красивое, так это небо. А так везде стройка. Не знаю, здесь, наверное, станцию строят или что? Наверное. Чуть быстрее бы опаздывать. Я сейчас у Камилы. И уже четвертый час делаем домашку. Супер-спам-пресс просто. Да, смотрите, Дима, как бизнесмен. Да. Кать, ты тоже бизнесмен? Я на диване бизнесмен. Without distribution center. Кстати, мне там готовят кушать. Пока Катька здесь прохлаждается. Да, я отдыхаю, так сказать. Сейчас 11:30 ночи, а мы идем домой. Мы очень долго там сидели. Мы устали, а у нас ночь только начинается. Да, это Дима так говорит. Я в этом уверен. Нет, я думаю, что мы не очень долго будем сидеть. Да, нам там очень такой сложный проект, нам, конечно, дали. А мы еще делаем видео для других. Нет, самое сложное, это то, что нам одновременно с нашим проектом дали чужой проект. Чтобы мы сделали им видео. Да. Ну слушай, ну там много работы достаточно. Да, там много. Да. Вот, поэтому у нас сегодня такой рабочий учебный влог. Да. Мы уже читаем дни до того момента, как мы выезжаем в Марбею. Да. Вот. И будем там отдыхать. Да. И гулять с собачками. И гулять с собачками. И с дедушкой. А мы вообще рассказывали? Мы, по-моему, не рассказывали, мы расскажи, едем работать. Может, не видел. Мы на зимние наши каникулы поедем в Марбею к Диминой маме. И мы там будем жить не с Диминой мамой, а с дедушкой. Да, потому что мы будем работать в одном доме. Там живет дедушка. Он живет со своими детьми, но они уехали куда-то. Уехали в Лондон. Да. Вот, а мы будем жить с ними, готовить ему кушать. И выгуливать двух собачек. Одного лабрадорчика, а второго не помню как. Да, они его записали в какой-то... Я не знаю, как он называется, но... Клуб для престарелых. Ну, это не... Да, как сказать. Как-то так. Это не дом престарелых, как обычно он представляется. Но... Просто место, где тусуются все старички. Тусовка. Это, в общем, детский садик для стареньких людей. Ну да, ну старенький просто... садик. Старенький садик. Мы его должны будем туда отвезти. Да. Вот. И забрать его вечером. Короче, и как приготовить ребенка. Ему ужин, то есть, и, соответственно, завтрак. Да. Вот. А все остальное время мы свободны. Ну хотя это особо свободно не назовешь, потому что нам нужно будет готовиться к экзаменам. Потому что у нас 16 и 19 два экзамена по сложным предметам. Да. Шел час, как мы пришли домой, и вот такие вот кошмары
мы сейчас сделаем. А это смотрите, как программа отображается у меня. Все фиолетовое. Абсолютно. А Катька записывает видео ребятам. Да. Я забыла, какую мне кнопку надо нажать. И она забыла, какую кнопку надо нажать. 4. Ночь перед проектом. Сейчас 2 часа ночи. А мы еще не закончили. Что? И еще нам не скоро. Я жду, пока у меня загрузится видео. Вот оно уже сейчас закончится, и я смогу работать дальше. Ура! Уже 3 часа ночи. И мы все еще сидим за проектом. Катя делает дизайн, а я доделываю там маленькие детали. И то мы до конца его не доделаем, мы еще завтра будем делать, у нас завтра пара в 3. А сейчас 3 ночи, а пара в 3 дня. Да. 12 часов до дедлайна. Да. Супер. 4:30 утра, и отряд самоубийц еще жив. Мы еще боремся. Кать, долго тебе еще? Нет. Мы это говорили еще 2 часа. Я вижу одногруппнику, которые сказали нам сделать им видео. Да, мы надеемся, что нам добавят больше, чем 1 балл за то, что мы им помогаем. Потому что у нас еще за пара со своим проектом. А еще видео им делать. Уф. Видите, вот там происходит счастье сейчас. Рендерится наше видео, которое мы загрузим и ляжем спать. Счастье происходит здесь, на кровати. Вон Дима счастлив там. Да. Нет, счастье происходит на компьютере, чтобы потом мы оказались на кровати. 5 утра. Да, кстати, сейчас без 10:05. Доброе утро. Доброе утро. В Украине сейчас без 10:06. Жесть. Все, всем пока, всем до завтра. Не знаю, когда мы проснемся.